Карту. Еще. Очко. Ну, черт. Эх, Васька, рыжий, проиграл. Мустафа, забирай деньги. Тусуй, Мустафа. Не валы. Тусуй, тусуй. Извозчик, Нарбат! Пожалуйста! Мил человек, на каком трамвае в Таганг? Да иди ты, мать! Ну, Мустафа, так, поезд! Носильщик, этот чемодан камера хранения. Топай! В каком талон селедка дают? И вы, москвичи, на четверке хлеба сидите. Хуже не будет, лучше будет. А, пока ждать, передохнем. Переживем не впервой. В 21-м году не такое бывало. Сам кору с дерева ел. Газета «Правда»! Товарищ Ленин предложил отпустить деньги на борьбу с беспризорностью. Речь товарища Калинина. Организуют трудовые коммуны. Я на биржу труда. И я с тобой, приятель. Извозчик на якиманку. 7 гривен. Ты в уме? Полтинник? Гражданка, вы уронили рубль. Рубль? Я уронила? Ах, спасибо, спасибо. Пожалуйста, право бывает. Украли. Украли! Помогите! Помогите! Украли! Боже мой, что же мне делать-то? Что украли? Что украли? Мой чемодан украли! Милиционер! Где же милиционер? У меня чемодан украли! А в нем все! Деньги! Деньги! Документы! И главное, полкило сахару! Рот, наверное, разинула! Украли! Помогите, я вот здесь поставила! А мне гражданочка говорит, вы рубль утеряли! Я подняла, а его нет! У кого? Рубля? Рубль здесь! Чемодан пропал! Ну, на вокзале зевать не приходится! Смотри, Вова! Верно, беспризорник какой украл! А не ловкачи! Милиционер!